В этом году площадка фестиваля стала просторное поле площадью более 1,5 гектаров. Оно позволяет уютно расположиться тысячам любителей джазовой музыки. Новая локация, прекрасная погода, солнце, решительно все радует гостей международного фестиваля «Джазовые сезоны». Он проходит в Горках Ленинских уже в 6-й раз. И для нашего муниципалитета такие знаковые события – большая ответственность. Для нас важно то, что проведение данных фестивалей с участием таких, ну, великих, будем считать, артистов, оно славит наш округ и, в общем-то, несет, ну, повторюсь, несет славу о Ленинском округе по территории Российской Федерации. Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Какое-то время вообще стоял вопрос о проведении фестиваля в этом году. Но, к счастью, он удачно разрешился. И джазовые сезоны, кстати, стали одними из первых массовых мероприятий, которое прошло офлайн. Праздник, который сегодня проходит, он вместит не только достаточное количество желающих, кто любит джаз, любит музыку, соскучился по музыке, особенно за последние полгода, когда ни одного мероприятия в Российской Федерации не было. Название фестиваля уже давно стало брендом, а его бессменный идейный вдохновитель, народный артист России Игорь Бутман, с радостью отмечает, что с каждым годом его любимое детище становится все более популярным. Я очень доволен, я доволен только тем, что фестиваль набирает обороты, что мы открываем новые имена, что мы приглашаем тех музыкантов, от которых я был в восторге много-много лет назад, с чего начинался джаз. Я очень доволен, что приходят зрители. Это самое важное, что та музыка, которой я делюсь, она нужна, она востребована. Вопреки закрытым границам, состав участников и в этом году международный. Куба, Австралия, Латинская Америка. Бразильский инструменталист Жандер Сантос порадовал гостей фестиваля импровизациями в стиле самбо-джаз и босса-нова. По словам музыканта, выступать перед нашей публикой для него особая радость. Жандер Сантос, между прочим, прекрасно говорит по-русски и не упустил возможность сказать о русских зрителях приятные слова. Они очень знают бразильский песню, много людей знают. И они знают имя автора, знают имя песни, они вопрос вот это на концерте. Давай играешь «Девушка Ипанема», давай играешь «Корковадо». Вот это. И у меня вот, как круто, вы знаете бразильскую песню. Признаются в любви к артистам и зрители, которые настолько полюбили фестиваль, что приезжают сюда каждый год. Причем не только из Москвы и области, но и из других городов и даже стран. Блестящий просто. Незабываемое впечатление. Тем более, что сейчас играет мой почти соотечественник из Бразилии. Я из Боливии, поэтому мы соседи. Прекрасно. Атмосфера потрясающая, потому что люди приходят и отдохнуть, и с детьми. Ну, это, я не могу, это музыка. Я сразу уже начинаю. Я танцую обычно. Что это прекрасно, что такие события происходят. И прекрасно, что они недалеко от нас. И я обожаю эту музыку. И музыка эта не смолкала в музее-заповеднике все выходные. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.